мужики, всем привет. Ну, привезли мне красочки. Вот, да, докрасил раму, точнее снизу докрасил. Сейчас чуть подсохнет, она уже не берется. Отвердитель — хорошая вещь. Вот, пока там задул, внутри задул, прям вот пока удобно, пока узел перелома этого покрасил. Уже, кстати, не берется, только покрасил. Тут уже высохло. Тут уже высохло. Ну, сейчас еще минут 10. И поставлю колеса, переверну ее на колеса. И сверху раму и мост прокрашу. Вот, как-то так. Кинул вот решетку на щебенку, так, чтобы контакта не было с щебенкой. По-другому никак. Ну вот, карабас и готов. Только-только покрасил, поэтому еще блескучий такой. Как-то так. Сейчас он через часик будет абсолютно сухой. Так, мужики, вот так вот раму накрыл. Просто не так разорвал до половины. Там вставил три куска, чтобы туда не летело. Пластика. Здесь кусок так поднял. Вот это будет покрашено тоже в основной цвет. Это будет здесь капот прилегать. И так, чтобы он черное не просматривалось, будет в основной цвет. И вот здесь передок тоже будет в основной цвет, потому что крылья, пускай передок вместе с капотом в основной. Струбцинами пристегнул до стулки. Здесь тоже кусочек этого, как он там называется, пластика. Донкратом чуть поджал. Вот. Все, сейчас буду задувать. Разбавил краску. Совсем чуть-чуть, я думаю, хватит. Вот здесь и туда. Там буквально, я не знаю, столички разбавил. Вот такие дела. Так. Вроде бы везде скотч приклеился. Лишь бы ветер не поднял, как всегда. Надо чуть положить на колесо сейчас. Так, задул. Задул. Ну, собака, мошки. Вот. Вон. Вот такие маленькие-маленькие. Только начинаешь, все. Откуда они берутся, капец. Пистолетом их прибивает. Вот, но я не трогал. Пускай лучше так. Потом, когда уже высохнет их, ободрать, может, еще поверхностно дунуть. А так все хорошо. Вот одна еще прилипла. Блин, откуда они берутся, капец. Это вот отсюда. Вот такой цвет. Цвет называется апельсин. Это КАМАЗы, кабины такого цвета. Ну, он сам захотел. Такой цвет. Вон стоит капот покрашенный, крылья этим же цветом. Вот как-то так. Как-то так, мужики. Так, а вот так выглядит основной цвет. Ну, это здесь будет крепиться. Оставил черными. Здесь все равно будет ложиться панелька. Все. Здесь так вот. Ну, здесь прокрасил. Почему? Потому что капот будет стыковаться. И чтобы, если там щели есть, чтобы он черным не светился, а в один цвет был. Вот и часть здесь, потому что крылья, сам капот, рамка черная только, а бампер будет выделять. Крылья закроют раму практически полностью, только вот сзади будет ее видно, только чуть-чуть черной рамы, остальное крылья все закрывают, и капот закрывает ее. Раму абсолютно видно не будет никак.
такие вот дела. Ну, в общем, покрасил я переднюю полураму полностью, выкрасил все элементы, которые будут находиться под капотом. Короче, все, что посчитал нужным, все покрашено. Задняя рама покрашена частично, покрашен только мост и низ рамы. Вот, верх еще не красил, потому что будет вариваться где-то будет вариваться крепление для цилиндра. И дабы не нюхать краску паленую. В общем, это не столь важно. Она вот здесь ступится, откручивается, рама откатывается, и потом ее, она легенькая, можно покрасить в любой момент. Вот эту раму собираю сейчас полностью, так, чтобы можно было подключить шланги к гидрораспределителю, прокинуть их там везде, где нужно, вывести их назад. На этом все. Чтоб сюда уже больше мне не лазить. Вот. Как-то так. Здесь покрашено все. Ну, конечно, темно, не видно. Но, тем не менее, красил все это на улице. Здесь частично передок покрашен. Частично. Потому что будет становиться капот, крылья. Они раму полностью закроют. Здесь крылья, да. Капот станет. Ну, чтобы оно вроде как все в один цвет было. Короче, сейчас собираю его. И посмотрим уже внешний вид со стороны. Вот, останется только доделать крепление. Еще раз повторюсь, на цилиндр и на навеску. И в принципе... Ну, подключить. И, в принципе, будет все готово. Ну, навеску покрасить. Вот такие вот дела. Очень помогли мне проставки. Вот эти вот колеса, это свои, на выворот поставил. Это когда красил. Очень удобно. И видно все эти моменты, элементы. Вот, как-то так. Все, меняю сейчас колеса на нормальные, закатываю его обратно и собираю. Мужики, короче, сборка отпадает сама собой. Как-то так. Почему? Такая небольшая история. В общем, трактор я красить не собирался. Никак не собирался красить. Не было у меня желания абсолютно никакого. По итогу, капот, вторую часть капота крылья человек забрал. Кому-то отвез, ему покрасили. Привез, ну, думаю, буду собирать, поставлю, все замечательно. Вот. Парами то же самое. Хотел отдать собранный трактор. Занимайтесь, как хотите, делайте что угодно. По итогу приболтал меня человек. Я согласился. Думаю, ну ладно, я его собирал, быстро разберу и быстро соберу. Никаких проблем даже. Вот видите, все. Все до единого болтика тут развинчено. Все, что можно развинтить, развинтил. По итогу задул черной краской раму. Надо же стойку покрасить в основной цвет. Ну, видели, да? Залепил, выставил скотчи, мочи. Все хорошо, но. Есть одно но. Краска другого цвета. Сейчас расскажу почему. Значит, красили капот и крылья вот такой автоэмалью АК-1301 фирмы Вига. Человек привез вот эти вещи, коробка с банками запечатанная была, стояла. Хорошо, что я их не выкинул, мужики. Вот, не поверите. Ну, стоит коробка запечатанная, стоит. Ну и хорошо, пускай стоит. Вот это я ее сейчас распечатал, посмотреть. Человек привозит мне краску на стойку и привозит вот такого плана. Также фирма Вика, автоэмаль, только ML1110. Также апельсин КамАЗ. Ну, название краски такое, не знаю. Но апельсин КамАЗ и апельсин КамАЗ. Капот, крылья стоят в тени. Я работаю здесь. Думаю, все замечательно. Разбавляю, развожу. Без задней мысли. Все это задуваю, все это получается
офигенно, обалденно. Вот как видно, да, как разноцветненько. А зеленый апельсин и уже созревший. Вот, супер колор. Как-то так. Все это высыхает. Оно вот так вот визуально смотришь. Ну, вроде бы оно, да? Визуально. Но на самом деле тон отличается. Отличается довольно-таки неплохо. Вот. И по итогу что? По итогу опять это все дело сейчас снимать. Опять все это закрывать, заклеивать и перекрашивать. Краску уже привезли, такую, которую нужно. Ну, в общем, мужики, танцы с бубном продолжаются. У меня просто уже не хватает терпения. Хотя у меня его вагон и маленькая тележка. Но всему есть свой предел. Все. Я не знаю, сейчас я это все дело все-таки исправлю. У меня слова кончились. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Я надеюсь, следующий видос уже будет полностью все собрано в один цвет. И внешний вид будет совсем другой. Всем пока. Пишите комменты. Оценивайте. А я опять его разбираю.